Третий день мороз. Кажется, лед встал на солоднике. Взял коньки. Сейчас пойду попробовать. Вот уже по льду хожу. Кажется, так держит лед-то, ничего. Попробуем покататься. Что получится. Самое главное не утонуть. Здесь не утонешь, конечно. А в грязи перепачкаешь. Пробуем. Вот он лед. А вот коньки. Пробуем. Опа-на. Оп-оп. Едем. Ну и нормально. Лед держит, все путем. Можно кататься. Ледок обновил. А то был гладкий. Как девственница. А сейчас мы его немножко порулили. Вот так. Под мостом там вон вода стоит. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Лед-то какой гладкий, шикарный. Ой. Морозик не очень большой, там всего 5-6 градусов. Он мягенький. Под коньки хорошо идет. Вау. Хорош болеть. Выходи на лед. И весь ковид пройдет. Вот даже стихами заговорил. Время 11:30 дня. Немножко трещать начинает. Видно, чуть-чуть подтаивает. 40 минут катания. Лед раскатали весь. Но уже солнышко все выше, выше и выше. И начинает он немножко трещать. Все становится страшнее, страшнее. Просто неохота провалиться. Сейчас подошел мужчина с собакой гулял. Говорит, ты, говорит, едешь, особенно когда побыстрее. А сзади тебя, говорит, там такая, говорит, ледяная волна, говорит, так и идет. Вот поэтому он и трещит. Мне-то ее не видно. Стоял бы морозик-то подольше. Завтра уже обещают. К вечеру завтра уже почти плюс 2. Сначала снег, потом переходящий в дождь. Вот так и живем. А вот так, а вот так, а вот так. Ой, о, какая красавица прибежала. Не хочет он к тебе.